80% россиян хотели бы, чтобы в России снова появились вытрезвители и считают, что лучшее лекарство от пагубного пристрастия – трудовая терапия. Таковы результаты опроса, которые провели социологи Левада-центра. 100 лет назад в России существовал День трезвости. В этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольной продукции. В те годы количество алкоголя на душу населения составляло менее 5 литров в год. Сегодня эта цифра выросла до 13. В пересчете выходит, что ежедневно житель нашей страны выпивает как минимум 100 граммов водки. Для борьбы с пьянством в свое время в стране создали вытрезвителя. Но 5 лет назад самые гуманные представители нашего общества решили, что это излишне. Вытрезвители исчезли, а пьяницы остались. Вернуть специфические учреждения предлагают теперь на высоком уровне. С такой инициативой выступила глава Минздрава России Вероника Скворцова. Но в ведомстве считают, что клиенты, воспользовавшиеся услугами данных заведений, должны оплачивать их сами, а взамен вытрезвители предоставлять хотя бы какой-то комфорт. Вот что думают по этому поводу сами люди. А в той или иной виде вытрезвитель, я думаю, имеет смысл возродить. И даже то, что там момент трудотерапии был, я тоже думаю, это полезно. Вытрезвители нужны, но только бесплатные. Мне кажется, платно за это никто не будет даже использовать люди. А бесплатно нужны для того, чтобы, если, допустим, люди будут пьяные, их можно было хотя бы где-нибудь найти. Мое сугубо личное мнение, что как бы ни к чему они. С другой стороны, бывает случай, что человек уже не в состоянии сам дойти до дома, особенно в зимнее время, и сам уже сталкивался, что вот просто находил людей, не приходилось вызывать, в любом случае увозили их в вытрезвитель. Мне кажется, нужны. Почему? Чтобы пьяных на улице меньше было. Чтобы они не бродили, а находились в вытрезвителе. Должны получать квалифицированную медицинскую помощь и соответствующее, как говорится, обслуживание. Ну, не бесплатно, если человек перебрал, наверное. Так или иначе, но морально общество готово к возврату этих учреждений. Зависимые от алкоголя люди представляют серьезную угрозу нашей безопасности. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.